Башенные часы – уникальная реликвия города. Часы были изготовлены в 1868 году. С 1869 года башенные часы были установлены на колокольне Спасо-Вознесенского собора. При разрушении собора часы были демонтированы и перевезены в подвал. Но городу были нужны уличные часы. Ульяновский производительный завод инженер-конструктор Анатолий Фролов установил механизм. Был приспособлен старинный колокол из Вознесенской церкви села Головкино. Был изготовлен дополнительный третий циферблат. Часы хотели поместить на здание ЦУМа, а потом было принято решение соорудить для них башенку на доме Кончарова. Часы были торжественно впущены в полдень 12 сентября 1974 года, в первый раз отбив 12 ударов с нового места. Теперь уже трудно представить себе дом Кончарова без этого украшения.